Привет всем по ту сторону экрана. Прошу меня заранее простить за отсутствие на видеопространстве. И сегодня я хочу вам рассказать о взломах телеканалов, которые вы мне прислали в комментарии под прошлым выпуском. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео, потому что у нас есть цель. 15 лайков под этим видео и 1000 подписчиков на канале. Итак, приступим. А начнем мы данный выпуск со взлома, который произошел на телеканале ТНТ 24 декабря 2006 года. Что можно сказать по данному взлому? Данный взлом содержит смертельный файл DS-112GPG, а также видео какого-то непонятного содержания. И еще в черно-белых тонах, а также с громким звуком. После окончания видеоряда эфир телеканала продолжился. Больше подобной информации об этом взломе нет. 21 декабря 2017 года произошла хакерская атака на телеканал «Мультимузыка». Тут, в принципе, можно сказать, данный взлом является безобидным, потому что он содержит анонс очередной передачи телеканала, а потом интересное видео, скажем так, с рэпом Ёжика. Вот и все. Подробная информация об этом взломе, увы, умалчивает. Даже несмотря на свою мощную систему защиты, Первый канал опять был подвергнут атаке взломщиков. И это произошло на этот раз 23 июня 2019 года. После окончания программы «Время покажет» появились часы Первого канала, после чего был показан видеоряд из взлома СТС Сыктывкаре 2012 года. После окончания данного видеоряда трансляция телеканала вернулась в обыденное состояние. Больше подробной информации об этом взломе нет. Также удалось найти еще один взлом Первого канала, который произошел уже 23 июля 2020 года. Во время показа очередного фильма появились какие-то часы, и они периодически то пропадали, то появлялись. А после этого анимированный фильм вернулся в обыденное состояние. Это пока что все об этом. 9 ноября 2018 года случилась хакерская атака на канал Руссон ТВ. Если кто не в курсе, на этом канале тоже транслируется различная русская музыка, как говорится. И мы с вами сейчас видим анонсы данного канала. После этого вероятно появилась реклама. И после рекламы во время показа рекламы появились помехи, после чего появилась какое-то непонятное видеосодержание, которое по всей своей сути не пугает никак и никак не влияет на психику. То есть здесь демонстрируется какой-то персонаж, наверное, из какой-то компьютерной игры. Я, по сожалению, точно не знаю, что сказать насчет этого. После окончания данного видеоряда эфир телеканала вернулся в обыденное состояние. 4 мая 2021 года произошла хакерская атака на телеканал РЕН-ТВ. Во время начала выпуска новостей появилась настоящая таблица, после чего появились помехи и надписи, типа «Привет, я хочу показать тебе мультики». А затем появились скримеры из СПЦ-450. Потом надпись «Ты думаешь, что мультики закончились?» Но нет. А потом появилось какое-то черно-белое видео, и судя по виду, было снято на какую-то видеокассету. После этого появляются помехи, и эфир возвращается в обыденное состояние. Перед возвращением эфира телеканала появляется скример маски телекомпании «Вид», надпись «Не бойтесь» и «Лосящий смешариков». После чего надпись «Он добрый» и опять «Лосящий смешариков». И эфир вернулся в обыденное состояние. 20 февраля 2020 года произошел взлом телеканала «Уникум». После окончания мультика «Три кота» появился черный экран, после чего появилась настройная таблица. А затем появилась заставка телекомпании «Вид» с присутствием там скримера телекомпании. То есть маски с глазами и языком. После этого заставка проигрывается и в обратном направлении. Потом появляется настройная таблица, черный экран и показ мультика на канале вернулся в обыденное состояние. Это все, пока все, что известно об этом взломе. 19 сентября 2012 года телеканал НТВ был подвергнут атаке взломщиков. После окончания программы «Чрезвычайные происшествия» начался выпуск новостей
точнее программы сегодня. После чего появилась на той же таблице, а затем появилось какое-то видео, напоминающее передачу из времен 80-х-90-х. После этого появляется черный экран на той же таблице, и эфир канала вернулся в обыденное состояние. Это все, что известно о данном звоне. И последний на сегодня взлом – это взлом телеканала «Россия-1», который произошел 30 апреля 2021 года. Взлом называется «Перехват сигнала «Россия-1». Во время показа рекламы появилась настроечная таблица, после чего появилось видеосодержание с присутствием передачи во время 80-х-90-х, скримера, а также надписи, написанные русской латиницей, скажем так. Потом трансляция вернулась в обыденное состояние, и в это время, как положено, был показан выпуск программы «Вести». На этом, пожалуй, мы с вами и прервемся. Если вам все понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего нового и интересного не пропустить. Также хочу вам сказать то, что завтра я буду делать шестую сборную солянку на канале. Поэтому, пожалуйста, пришлите мне ваши смертельные файлы, взломы телеканалов до сборной солянки в комментарии под этим выпуском. Ну а на этом все. С вами был ваш любящий Артём Мудрый. Берегите себя, своих близких, будьте внимательны при просмотре телевидения и присылайте свои взломы, смертельные файлы и идеи до сборной солянки в комментарии под видео. Каждую идею я обязательно у вас возьму. На этом все. Всем пока.